хорошие, с вами Светлана Ата. И сегодня на ужин у нас тантуни из печенки. А как я ее пожарила, я вам сейчас расскажу. И заодно покажу, как мой ашкым будет делать тантуни. И по ходу буду говорить. Значит, печенку я, знаете, научилась в Инстаграме. Там увидела, как жарят в ресторанах. Я ее крупно нарезала. Печенка это куриная. Я ее крупно нарезала, значит, посолила. Обваляла в муке и пожарила в большом количестве масла. Вот такая вот вышла вкуснятина. И сердечки здесь, и это. Вот так ашкым сейчас делает тантуни из печенки. Значит, для этого нужен такой лук с красной турецкой приправой и помидорчики нарезанные. Все луком заправлено. Вот, посмотрите, как он делает. И обязательно подают с домашним айраном. Я обожаю такие вещи. Делаю с курицы. Вот первый раз сегодня сделала так с печенки. Вот так вот он закручивает. И все, готово к употреблению. У него красиво вышло. Вот мой ашкым кушает. А у меня такой страшный вышел. Значит, к тантуни требуется зелень, редиска и, конечно, солености. Ну что, приятного аппетита с вами. С вами была Светлана Ата.